Я ведь не подонок. Я знаю. Когда в показаниях преобладают эмоции, 85% — это преувеличение. А еще 15%? Вранье. Мифом о сотворении нужен дьявол. И что будет дальше? Сай и остальные доедят стейки на Юниверсити Авеню. Потом вернутся в офис и начнут работать над соглашением об урегулировании претензий. Пойдут на мировую? Ну да. А ты заплатишь им немного сверху. Зачем? Тогда эти ребята подпишут бумаги о неразглашении. Одно неосторожное слово про тебя, и ты возьмешь в рабство их жен и детей. Это я создал Facebook. Пойми, все дело в присяжных. Моя специализация — отбор присяжных. Что видят присяжные, когда смотрят на ответчик? Одежду, прическу, манеру говорить, привлекательность. Привлекательность? Я занимаюсь этим всего полтора года, но я думаю, присяжные поверят в то, что это ты раскрутил историю про Эдуарда и курицу. И еще. Почему тебя не было на той вечеринке с Шоном? Думаешь, это я вызвал полицию? Это не важно. Я задала вопрос, который могут задать все. 10 минут и присяжные против тебя. Домашние животные. Да. Я был пьяный, злой, глупый. И постил в блог. И все постил в блог. Заплати им. В твоей ситуации это быстрое, эффективное решение. Вот что Сай скажет тебе завтра. Никто не будет против, если я пару минут посижу за компом? Нет, конечно. Сиди, пожалуйста. Спасибо. Я очень ценю твою помощь. Ты не подонок, Марк. Ты просто хочешь им казаться.